часть вторая по поводу этой ситуации всей. Оказалось, что вот эта машина, которая вот синяя, фиатик вот этот, он поворачивал от ривьеры. Ну, он говорит, что на красный повернул, там стоп-линия стоит. Так что, когда вы поворачиваете, знаете, что там стоп-линия стоит. Он мне говорит, ничего, говорит, я не остановился, поехал на красный. Они его здесь тормознули. Видео никаких не предоставили. Полицейские, которые сидят в этом, к которым я подходил, спрашивал, берут они взятки или не берут. И начали выхватывать у него документы. Он с женой сидит со своей, сидел в машине. Документы начали вырывать ребята, которые вот сидят в машине. И полицейский повредил себе там палец. И якобы вызвал следственно-оперативную группу. Но парень не растерялся, вот этот, который вот на фиатике. Вызвал полицию тоже. Сейчас оформляет протокол. Ну, дай бог, чтобы этим полицейским был выговор, то есть какой-то. Вот, потому что, ну, это беспредел чисто. Вот, так что будьте бдительны, как бы всегда звоните каким-то друзьям своим, поддержку. Кстати, вот блогер тут товарищ, который стоит, Василий. Василий, как вас? Василий, как вас зовут? А имя, фамилия? Фомюк. Как? Фомюк. Фомюк. А канал-то называется? Василий Фармер. Василий Фармер. Подписывайтесь на его канал, я там ссылочку скину вам под видео. Вот, толковый парень там, пока тоже такой интересный, знает закон, законы, права свои, то есть четко все. Так что не нарушайте, конечно, как бы, но если нарушили, как бы, то есть не давайте ни в коем случае взяток людям. И, то есть, ну, будьте как бы честными перед самими собой, вот. Но если, допустим, беспредельничают полицейские, типа вот этих вот ребят, которые там сидят, много разговаривают, вызывайте сразу полицию и пишите заявление на этих людей, чтобы они, лавы Министерства внутренних справ Украины, они звільнялись від таких паразитів, так, може, грубо сказали, паразитів, значки яких запачканы беззаконием. Все, ребят, всем удачи, с Богом!